Это лазанья готовится без классических листов из теста, их заменит кабачок. Легкое, полезное, сочное и вкусное блюдо из творога с овощами. Можно подать в любое время дня. Смотрите рецепт. Такая диетическая лазанья из кабачка с начинкой из творога с овощами и зеленью понравится всем. Отличное блюдо для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. К петрушке можно добавить еще укроп. А чтобы изменить вкус блюда, можно использовать ароматную зелень, базилик или мяту. Предлагаю попробовать. Форму для запекания смажьте маслом. Кабачок нарежьте вдоль на тонкие ломтики и выложите первым слоем в форму. Смажьте творожной смесью кабачки. Мелко нарежьте перец и помидор, выложите следующим слоем. Равномерно распределите остатки творожной массы. Накройте начинку оставшимися ломтиками кабачка и посыпьте тертым сыром. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Приятного аппетита!